удобства работы с материалом устанавливаем обрешетку посередине рулона и под замком. Утеплитель крепим на обрешетку. Используем саморезы с шайбами. 6-9 штук на 1 метр квадратный. С помощью строительного фена нагреваем замковые соединения и прижимаем друг к другу. Так мы получим цельное герметичное полотно. Поскольку материал эластичный, он может растягиваться и сжиматься в размерах, сохраняя цельность, не разрывая теплоизоляцию и не образуя щелей. Если длины рулона не хватит, можно вырезать замки по вертикали самостоятельно с помощью ножа. Подготавливаем обрешетку для финишного покрытия.